Шалом алейхем, и добрый вечер, дорогие друзья. 9 часов вечера по киевское время. Вторник, 3 числа месяца Сиван, когда начинается наша самая активная подготовка к празднику Шавуот, праздник дарования Тора. 3 Сиван – это тот день, в котором Всевышний Моше Рабейну объявил еврейский народ, что начинаются те дни, которые Тора называет «Шлошет Емей Хагбала» – самые последние дни подготовка к празднику Шавуот. Был известный раввин в город Праг, звали его Раб Мордехай Яфе. Он написал очень основную галахическую книгу, которая называется «Левуш Малхут». В галахический мир эта книга называется «Левуш». «Левуш» является очень основной галахической книгой. И он говорит интересные очень слова по поводу разницы между праздник Ханука и праздник Пурим. Он спрашивает вопрос, почему в праздник Пурим мы обязаны провести, как известно, пир и трапеза. Но в Ханука у нас нет обязательства провести трапеза. Если мы хотим, это хорошо, но у нас не существует такое обязательство сделать трапеза в Пурим. И он объясняет разницу между эти две праздники, почему в Ханука нет обязательства провести трапезу, а в Пурим существует такое обязательство. Давайте посмотрим, он говорит, разница, причина праздника Пурим и причина праздника Ханука. И скоро вернемся к празднику Шавуот. Я не перепутался, я знаю, что сейчас не Пурим и не Ханука, но Шавуот. Но мы начинаем с этого. Разница, он говорит, такая. Пурим, спасение и милосердие Всевышнего была в отношении нашей физической тела. Опасность была физической, материальной. И поэтому вид благодарности Всевышнего за это спасение носит такой же характер. Трапеза, мишлох манот и так далее. В Хануку там не была никакая физическая опасность. Там была война, духовная война, как известно, что они хотели запретить нас соблюдать законы Тора и учить Тора, и поэтому благодарность, наша благодарность Всевышнему за это милосердие и за спасение носит духовный характер. Мы зажигаем свечи на менора, читаем молитва Халел. Рабби Мордехай Яфе ставит очень важная основа, что есть разные праздники, праздники, которые их можно называть в память о духовное спасение или о духовной милосердии, праздники, которые можно их называть, праздники, которые мы их, можно их называть, что они о память о материальное милосердие Всевышнего в отношении к нам, и вид, стиль, как мы отмечаем праздники, он разный, он зависит от какой суд праздник здесь был. Была здесь духовная причина, мы относимся к праздник, мы отмечаем праздник в более духовный вид. Если причина была материальная, тогда мы относимся к праздник более мы отмечаем праздник более в духовное направление. Теперь давайте с вами будем анализировать три праздники, которые Тора приказала нам праздновать. Пейсах, Шавуот и Суккот. Праздник Пейсах, все знают, мы празднуем и в честь огромное чудо освобождения нашей предки из египетского рабства. Это материальное освобождение, это материальное милосердие. Праздник Суккот в честь шалаши, который Всевышний делал наши предки, находя в пустыне Синай.
Что за шалаши? Это были облаки, которые окружали нас и защищали нас от солнца, от дожди, от диких животных, от диких зверей и так далее. И поэтому Суккот мы празднуем и в честь материальное спасение, материальное милосердие Всевышнего. Что праздник Шавуот? Праздник Шавуот, мы знаем, это праздник дарования Тора. Праздник дарования Тора в какую категорию вы бы внесли? Материальный или духовный? Конечно же, духовный. Тора – это духовный подарок. Тора – это духовная вещь. Это душа еврейского народа. То, что Всевышний избрал еврейского народа, и это называется типа как свадьба между Всевышним и еврейским народом, это духовные процессы. Книга «Хайом-Йом», книга, которую написал Лубавицкий Ребе еще в 43-й год, на сегодняшний день там приводятся следующие слова предыдущей Лубавицкой Ребе, Ребе Раяц, Раби Йосеф Ицхак Шнейерсон. Позвольте мне прочесть перед вами то, что пишет предыдущий Лубавицкий Ребе в отношении праздник Шавуот, который мы готовимся к нему сейчас. Слова следующие. Тот, кто внимательно изучает мнение Тосфот в трактат Шаббат, понимает, что праздник Шавуот – время благоволения, благоволения свыше. В этот день Всевышний запутывает главный обвинителя Израиля, как во время трубления в шофаре в Рош ха-Шана и святой день пост Йом-Кипур. Эти удивительные слова. Эти слова поднимают уровень праздник Шавуот на другой уровень. Рош ха-Шана и Йом-Кипур, мы знаем, это духовные праздники. Рош ха-Шана – это день, судный день, день искупления грехов. Трубление в шофар – это духовный процесс, который происходит в этот святой день. Кто уже говорит о Йом-Кипур? Что мы вообще поднимаемся на этап выше, соблюдаем пост на целые сутки, и мы похожи на ангела. Одеваем белый китлах, талейсим и молимся целый день. Это символизирует действительно самый высокий уровень духовности. Приходит предыдущий Лубавицкий Ребе и делает аналогию между праздник Швуэс. Не к праздник Пейсах, который до него, не к праздник Суккот, который после него. Эти праздники, как мы уже упоминали, носят материальный характер, то есть мы их празднуем и в честь материальное милосердие Всевышнего спасения нашей физического тела. Аналогия, которую мы считали только что, между праздник Швуэс к самой духовной дни. Рош ха-Шана во время трубления в шофар и посты в Йом-Кипур. И говорят нас, что святости в этот день, она невероятная. Это святости в этот день можно сравнивать только к самым святым моментам в год. Трубление в шофар и в Рош ха-Шана и святой день, самый святой день в году посты в Йом-Кипур. И в этот день мы имеем силу, никто нас не мешает. Всевышний перепутывает главный противник наш, и мы свободны, мы имеем свободную дорогу, чтобы принять на себя самые важные решения в отношении нашего изучения Тора. То есть в итоге праздник Швуэс входит в категорию самые духовные праздники. Праздник, в котором мы празднуем и в честь духовной милосердия, духовный подарок. Сходя с этого, можно было делать итог, то как мы упоминали слова «левуш» в отношении праздник Ханука, что в нем его мы отмечаем через зажигание свечей и не через трапезу. То же самое можно было подумать о праздник Швуэс, что главный упор в праздник Швуэс, как мы будем праздновать этот праздник Швуэс, именно в духовное направление. Главный фокус в праздник Швуэс мы будем ставить на изучение Тора, на длинные молитвы, проведение времени в синагоге и никакие другие вещи. И это логично, поскольку праздник Швуэс символизирует
духовное милосердие Всевышнего в отношении к нам. Но когда мы открываем Талмуд, когда мы открываем Шулхан Арух, мы находим удивительный закон. Допускается возможности не делать трапеза в праздник Пейсах. Допускается возможности не делать трапеза в праздник Суккот. Но ни в коем случае не допускается возможности не делать трапеза, материальная, физическая, праздничная трапеза и в праздник Шавуот. Это не допускается ни в коем случае. Давайте посмотрим с вами сейчас две примеры, которые приводятся и в Талмуде, и в Шулхан Арух, которые действительно показывают нас, насколько именно этот праздник требует от нас материальное празднование этот праздник. И в Талмуде, в том Псахим, в 68-й лист, рассказывает нам Талмуд о спор, интересный спор между две важные мудрецы Мишна. Они оба были из самых известных учеников, Рабан Йоханан бен Закай, мы о них читаем на второй главе в трактат Аво тоже, слова, которые Рабан Йоханан бен Закай оценивает им. Это Раби Элиезер бен Хоркинус и Раби Йошуа бен Хананья. Дискуссия между них, как правильно будет праздновать праздники. Суккот, Пейсах. Мы, конечно, не говорим о Пейсах, о пасхальный сейдер, это заповеди с Тора провести. Мы говорим Пейсах днем. Как провести время? Оставаться в синагоге и учиться Тора целый день, в такой святой день? Или вернуться домой и сделать большая, вкусная, богатая праздничная трапеза. То же самое в Суккес. Конечно, у нас есть обязательства есть и в Суккес. Но столько времени мы должны выделить этого. Мы должны будем сидеть в синагоге целый день и учить Тора и просто подойти в Сукка, делать натилат ядаим, покушать небольшой кусок хале и выйти из Сукка, возвращаться в синагогу или нет. И мы должны праздновать за столом этот праздник Суккес. Говорит Гемара Талмуд в Псахим, и в том Псахим говорит следующее. Раби Элиэзер оймер, Раби Элиэзер бен Хоркинус говорит, «Эйн лой лаодом бьемте, вела ой ойхел вешойсе, ой ейше вешойм». Раби Элиэзер бен Хоркинус говорит так, когда наступает святой день праздник, наступает Пейсах, наступает Суккот, как мы должны его праздновать? У нас есть две вида, как праздновать. Или мы проводим праздник за столом, проводим праздничную трапезу, и так мы отмечаем праздник, или мы проводим время в праздник в изучении Тора и молитва. Он дает выбор, или так, или так. Раби Йошуа бен Хананья говорит, «Халкею, раздели этот праздник на две». Хецьой леахило, вештио, вехецьой лебесамедрош. Раби Йошуа бен Хананья говорит, раздели этот праздник на две части. Половина времени выделяй на материальных трапез, так ты будешь отмечать праздник, и половина своего времени проводи и в бейсмедрош, в синагоге. Там ты будешь молиться, там ты будешь учить Тора. Толкует Гемора, в чем логика, что является основа на спор между них, говорит Раби Йоханан, Омар Раби Йоханан, ушнеем микро эход доршу. И Раби Лезер, и Раби Йошуа, спор между них касается две пасука, две предложения в Тора, которые вроде бы похожи, но они очень разные. И они не понимают, как толковать этот пасук, это предложение в Тора. Тора написана по поводу праздники две пасука, две предложения. Косув эходеймер, один пасук говорит, ацерес ла ашем элейкехо. Каждый праздник называется, мудрецы называют любой праздник со слова ацерет, как шмини ацерет. Почему ацерет? Ацерет это значит остановиться от работы. В дни праздники, когда нам нельзя работать, мы останавливаемся. Поэтому это называется ацерет. В одно предложение в Торе написано ацерет, когда наступает праздник ла ашем элейкехо.
ты должен жертвовать время Ацерет, время праздник Бога Всесильного твоего. То есть, отмечай его в духовное направление. Проводи свое время в синагоге, молись Бога и учи Тору. Другой пасу говорит, когда наступает праздник Ацерет, это лохем, это вам. То есть вам надо наслаждаться в этот праздник, когда он наступает, делайте праздничные трапезы, кушайте фаршированные рыбы и мясо, выпивайте вино, празднуйте и отблагодарите Бога, когда наступает праздник. Теперь мы не знаем, что делать. В одно место в Торе написано, что время праздник нужно жертвовать наверх к Всевышнему. Другой пасук написано, что время праздник надо жертвовать к себе. Так надо отмечать этот праздник. И вот так они, у них есть разные мнения, как комментировать эти две пасука. Раби Элиэзер говорит, у нас есть два вида. Люди, которые постоянно пожертвуют время только к Богу, что они в состоянии учить Тора и молиться целый день, они должны предпочитать именно так отмечать праздник. А люди, которые не в этой уровень, пусть они будут отмечать праздник за столом, и то есть, что праздник они будут жертвовать, время праздника они будут жертвовать для себя, лохем. Раби Йошуа находит другой выход с положения. Раби Йошуа говорит очень просто. Каждый человек должен разделить между время праздника на две части. Один час праздника он отдает Всевышнему, время, когда он проводит в синагоге на молитва и на изучение Тора, а второй час время праздник он проводит где? С семьей, за столом, за праздничную трапезу, которую он делает в честь Йом-Тов. То есть такой спор существует между Раби Элиэзер и Раби Йошуа в отношении все праздники. Пейсах, седьмой день Пейсах, Суккот, и восьмой день Суккот, Шмини Ацерет. Как правильно отмечать таких праздников? Но и действительно, мы находим и в Талмуд, в другом месте, в том Бейца, что Раби Элиэзер так действительно вел себя. Там Талмуд рассказывает история. Наступил день праздник, в день праздник все идут в синагоге на молитва, а после молитва все хотят идти домой, чтобы делать кидуш, и чтобы садиться за стол, отмечает праздник за столом. А Раби Элиэзер, который читает, что праздник надо провести где? Именно в синагоге учи Тора. Сразу после молитвы Раби Элиэзер начинает свой урок. И он ожидает, чтобы все люди, которые собрались в синагоге на молитву, чтобы все остались здесь, чтобы прослушивать его урок, как положено, по его мнению, как мы помним, именно так надо отмечать праздник. Люди сели, рассказывает Гемара в том Бейца. Но здесь начали немножко люди уйти. И он обратил внимание, что первая группа вышла. Он был очень недоволен. Он обозвался о них так и сказал, наверняка эти люди готовили большие бочки вина. И поэтому они спешат домой, чтобы успеть выпить это вся вина. То есть он им не дал комплимент. Потом поднималась еще одна группа и тихонечко покидала его урок. И тоже ушли домой, чтобы провести праздничную трапезу. Он обозвался о них, ну, у этих людей меньше вина, поэтому они позволили себе остаться немножко на урок, а потом шли домой. А так Гемора рассказывает, как еще одна группа, и он был страшно недоволен от поведения этих людей. А мудрецы ему сказали, Раби Элиэзер, почему вы недовольны? Симхат Йом Тов Мицва. Эти люди идут домой, чтобы делать кидуш, чтобы сесть за столом и провести праздничную трапезу. Это называется Симхат Йом Тов, радость в Йом Тов. Это есть большая мицва. А почему вы обижаетесь на них? Они правильно делают. Отвечает Гемора и говорит, Раби Элиэзер читает, что Симхат Йом Тов это решут. Радоваться в Йом Тов за столом – это не обязательство. Это решут, это выбор. Хочет, выбирает он. Хочет он так, как мы уже упоминали. Если человек предпочитает, как правильно оставаться в синагоге, это лучше. Если он не может, тогда он может дома оставаться. И поэтому Раби Элиэзер имел право поругать и люди, которые по его
мнения сделали неправильный вывод. А тут смотрите интересную вещь, что говорит нам Талмуд и в том Псахим, там, где существует этот спор между этими двумя мудрецами. Говорит Талмуд, весь этот спор между Раби Лезер и Раби Йошуа существует только в отношении праздник Суккот и праздник Пейсах. Но в отношении праздник Шавуот там не существует никакой спор. Там они, и Раб Лезер, и Раб Йошуа, в одно мнение. Может быть, вы думаете, что и Раб Йошуа согласен, что это духовный праздник, и в духовный праздник все должны остаться в синагоге и послушать урок Тора целый день, для того, что это праздник дарования Тора, а как лучше отмечает этот день, чем учить Тора весь этот день. Я же тут хочу вас удивлять. В праздник Шавуот Рави говорит нам Талмуд и в том Псахим, и Раби Элиезер, который читает, что в остальные праздники надо обязательно оставаться в синагоге и учить Тора. Когда наступает праздник Шавуот, говорит Раби Элиезер, я тоже согласен с Раби Йошуа, «Хаколь мойдим беацерес дебеинон нами лохем». И Раби Элиезер согласен, что когда наступает Швуэс, когда наступает праздник дарования Тора, как надо ему отмечать лохем, за столом, за праздничный стол отмечает этот день. Май тайме, что вдруг, что менялся в мнении Раби Элиезер, что когда наступает праздник Швуэс, он считает, что должен быть лохем, что мы должны этот праздник отмечать не только в духовной направлении, но и в материальной физическую трапезу. Йоим шенит на бой тойроху, в этот день мы получали Тора. Ну и что? Если йоим шенит на бой тойро, вроде бы надо было сесть и учить Тора целый день. Комментирует Раши, Раби Шломо Ицхаки, главный комментатор Талмуд, он говорит так, лехаройс, надо показать, что этот день он очень комфортный для нас. Этот день переполняет нам радость и покой, поскольку в этот день мы получали то. Странная вещь. Как мы показываем, что нам комфортно, что мы довольны, что мы благодарны за то, что мы получали то? Не через изучение Тора. Мы книги наши закрываем, положили назад в книжный шкаф и вернулись домой и накрыли столы. Вы это понимаете? Наверняка не совсем. Какой в этом логика? Вроде бы логика толкает нас к другому мнению, что праздник надо отмечать не за столом, тем более такой праздник, как Шавуот. Послушайте еще один закон, которого мы читаем в Шулхан Арух. Есть такой понят, на сегодняшний день уже пишет мудрецы, что не принято его делать. Но есть такой галахический понят, который называется Таанит Халом. Что это за Таанит Халом? Это пост за нехороший сон. Если, не дай Бог, человеку снился страшный какой-то сон, и он понимает, что это какой-то намек из небес, и поэтому его намекают, что ему надо делать тшува, ему надо возвращаться к Всевышнему, а тогда он может отменить этот переговор, который о нем намекали его во время сна, когда ему снился этот сон. Такой человек, он должен делать пост. Представьте себя, человек встал утром, он не находит себе места. Он увидел страшный сон, и он сильно переживает. Он испуганный, он не может находить себе место. Говорят ему мудрецы, сразу начинай пост. Бери на себя пост, чтобы пост это будет как чувы, как искупление греха, как Йом Кипр, как искупление греха. И это будет отменить той причина, почему тебе к тебе снился такой неприятный вещь. Это считается очень строгий пост. Очень строгий пост. Насколько?
Мы с вами знаем, когда наступает 9 ава в шаббат, мы не соблюдаем после в шаббат. Откладывается на воскресенье. Пост 9 ава начинается на исход шаббат. Никакой пост нам нельзя делать в шаббат. Шаббат самый святой день, и поэтому никакой пост нельзя делать в шаббат. То же самое во все остальные праздники, Рош-Шана, Суккот, Симхат-Тора, Шмини Ацерет и Пейсах, когда нельзя делать никакой пост в эти дни, это праздничные дни. Пост символизирует грустное чувство, и поэтому нельзя это делать и в праздничные дни. Но что делать, если какой-то человек снился страшный сон и в ночь в Суккот, или в Шмини Ацерет, или в Пейсах? Ему надо делать пост прямо в шаббат или прямо в Йом-Тов. То есть ему разрешено это делать. Написано, что потом ему надо делать капара, искупление того, что он вроде бы нарушал шаббат и Йом-Тов. Но сейчас, в данный момент, ему разрешено не делать шаббатные трапезы, не кушать хале, не делать кидуш, не кушать, конечно, рыбу и мясо и чолнт. Но что ему можно делать, что ему надо делать сегодня? Он сегодня в шаббат соблюдает пост и в честь искупления греха, чтобы успокаивать себя после страшного сна, который снился ему в этот ночь. Наверняка вы об этом не знали, для того, что по сегодняшний день мы вообще мало знаем по поводу такой пост. Но такой закон существует, что когда, не дай Бог, появляется у человека причина на такой пост, который искупляет, который будет менять судьба, что ему показали в сон, этот пост можно провести, можно делать даже в шаббат, даже в праздники. А в какой праздник запрещен? А по какой логике? Логично. Какой у нас цель в шаббат? Мы должны в шаббат собрать онег шаббат. Что такое онег шаббат? Наслаждаться в шаббат, получать удовольствие в шаббат. Ну как такой человек, который ему снился, такой какой-то страшный сон, он может наслаждаться? Ему будет сейчас горячий чонт наслаждать? Или вкусный фаршированный рыба будет его наслаждать? Ничего. Ему хочется лехаим делать? Конечно, нет. Ему хочется сейчас получать, успокаивать себя. И быть уверен, что он меняет эту судьбу, что он меняет причину на этот намек, который ему показали в сон. И говорят мудрецы поэтому, для него, какое для него самое лучшее удовольствие сейчас, это делать пост прямо в шаббат, чтобы успокаивать себя. И поэтому ему разрешено делать этот пост прямо в шаббат. А в какой день запрещено? Да, вы угадали. Праздник Шавуот. Если даже когда кому-то снился страшный сон, и он бежит к раввину Шавуот с утром и говорит: «Ребе! Мне снился страшный сон, я хочу сейчас начать пост, как положено». Ему говорят: «Не, дорогой, сегодня Швуэс, сегодня нельзя. Принеси этот пост на завтра после Швуэс. Сегодня Швуэс ни в коем случае, тебя нельзя делать никакой пост сегодня». Послушайте слова Баала Таня, Альтер Ребе, в Шулхан Арух Рав. Он пишет слова, которые пишет Бет Йосеф, Раби Йосеф Каро, в его комментарии на Тур, от имени Рашбо, Раби Шломо бен Адерет, мудрец из самых известных мудрецов Испания, жил в Испании 750 лет назад, написал очень основные книги и комментарии на Талмуд, и галахические книги, которые есть, называется Чувес Харашбо. Он пишет так: «Нельзя, запрещено делать пост в честь плохой сон в праздник Шавуот». Почему? Он повторяет слова, которые мы видели уже в Талмуд. Поскольку это день, который в нем мы получали Тора. И надо есть и радоваться в этот день. Показать, что нам комфортно и удобно, и радость нас, и это радостный день для нас, день, в котором мы получали Тора. לפיכך אין הדיימי לשאר ימותיו ושבוסו שמוסר לסנס במתי לספולה. ואתם און זוויר שייט נלזה סרב לבית את הדין שבוס דרוגי שבת אלי פרזניק יבניך מושנה דלתה נתחלום. אבת הדי נם נלזה דלת נקקוי תפוסט וסקופלני ניחרושי
нехороший сон, который был, поскольку в этот день надо кушать, в этот день надо делать трапеза, в этот день мы получали Тора. Опять мы видим, в шаббат пост такой допускается, и в другой праздник такой пост допускается. Когда ни в коем случае не допускается такой пост, да, в праздник Швуот. И мы возвращаемся к нашему вопросу. По какой логике? Вроде бы праздник Швуот – это праздник более духовный, как мы начали и как мы понимаем. Праздник более духовный, наоборот, Йом-Кипр, когда мы похожи на ангелы, как мы похожи на ангелы в том, что мы пост, мы не кушаем целый день. И почему не разрешать человека соблюдать пост? Тем более для него, как мы говорили, для него это сейчас покой и удовольствие. Почему? Чтобы он не соблюдал пост. И в Йом-Кипр, и в Швуот. А почему именно в Швуот даже Раб Лезер говорит, что надо делать трапезу, вроде бы это нелогично. Логично было, как, чтобы именно в Швуот, чтобы Раб Йошуа согласился с Раб Лезер, что в этот день можно обойтись без трапезы, главное учить Тора, как день, когда в нем мы получали Тора. А мы видим, нет, день, когда мы получали Тора, какое наше задание, как мы показываем наше, как нам комфортно, как мы довольны в том, что мы получали Тора именно через трапеза. Садимся за стол, кушаем хорошие трапеза для того, что сегодня мы благодарны Всевышнему, что мы получали Тора. Кстати, в праздник Швуот все знают о молочной трапезе. А ночная трапеза есть множество причин, почему мы проводим, мы делаем и кушаем молочные продукты в праздник Швуот. Это не тема нашего урока, и поэтому мы не войдем сейчас в эту тему. Я просто хотел сказать такую вещь. Я обратил внимание много-много лет. Все очень довольны, когда наконец-то есть возможность делать праздничные трапезы на основании молочных продуктов. Всегда мы хотим, чтобы что-то было не как всегда. Человек всегда любит менять что-то, делать что-то новое. И поэтому молочные трапезы – это всегда интересно. И это, конечно, тоже вкусно и приятно. Но вместе с тем мы должны помнить. Не делайте ошибка, когда мы проводим молочные трапезы. Я обратил внимание, много людей, они делают такое, они стараются делать такое шикарное молочные трапезы, что потом уже нет никакого желания делать трапезу, как требует от нас Тора. Симхас Йомтов, радость в Йомтов, требует от нас кушать мясо и пить вино. И не только молоко и чизкейки и хорошие блинчики. И поэтому порядок должен быть такой. Мы делаем кидуш, и мы кушаем молочные продукты. Когда мы заканчиваем молочные продукты, мы читаем Беркат Амазон, мы ждем целый час, а потом мы снова садимся на стол, чтобы кушать мясо и пить вино в качестве праздничной трапезы на Йомтов, что мы сегодня учим, настолько она важная в праздник Шавуот, насколько важно провести эту трапезу в праздник Шавуот. А почему действительно так важно именно через трапезу отмечать праздник Шавуот? Давайте подумаем о суд праздник Шавуот, праздник дарования Тора. Праздник дарования Тора, известен на этот праздник слова Рав Йосеф и в том брахот. Написано, как Рав Йосеф отмечал праздник Шавуот, написано, что он купил самое лучшее мясо. Самое качественное мясо, самое лучшее телятина он покупал и пригласил все его коллеги, все мудрецы на трапезу отмечает праздник Шавуот. Тоже Рав Йосеф, он не стоял в синагоге и читал глубокий урок Талмуд в праздник Шавуот. Он приглашает все мудрецы Тора за столом, и он им говорит, сегодня у меня уже знали, что Рав Йосеф будет самое лучшее мясо в праздник Шавуот. Говорит, и лав ха-йойме декогорим, если бы не этот день, сколько Йосеф есть на улице, что я учил Тора, благодаря того, я стал другой. Что изменился в праздник Шавуот? Только что мы получали Тора? Разве до дарования Тора мы Тора не имели? Написано в Талмуд, Авром Овину,
том Юма написано, «Меойлом лойпоско ешиве мавейсейну». Талмуд в том Юма говорит, «Никогда не остановили, не было такого, что у нашей предки не было ешива». Что такое не было ешива? Никогда не было такое время, чтобы они не учили Тору. Всегда они учили Тору. Авром зоким виешив бешиву. Авром был старый и сидел и учил Тору. Ицхок написано в Талмуде в Юма, зоким виешив бешиву. Так и Яков. Талмуд в том Мегила нам рассказывает о том, что Яков Овину 14 лет сидел в ешиве у Шеми Эйвер, Шем это был старший сын Ноах. Путь между того, что он попрошался от родителей, и до того, что он пришел к его дяде Лаван, где там он женился и создал свою семью, там есть 14 лет, где он сидел и учил то. Когда Яков Вину должен был спускаться в Египет, когда он узнал 22 года спустя, что его сын, любимый сын Йосеф, находится и в Египет, и он является правителем Египет, что написано в книге Берешит, глава Ваигаш, «Вес Иуда шоллах лефоном». И он прислал Иуда первый, перед вся семья он отправляет Иуда в Египет. По какой цель? «Лехойройс лефоном гойшно», говорит Раши, чтобы там открыть бейт медраш. То есть они приехали в Египет, что они там сразу делали? Открыли ешивы, они учили Тора. Колено Леви во все 210 лет в Египет, не читаем, они не работали в рабстве. Колено Леви учили Тора все время. Написано, что все заповеди Тора наши предки исполняли еще до дарования Тора. А скажите, пожалуйста, тогда, что мы празднуем Швуз? Если у нашей предки была Тора, если наши предки уже исполняли заповеди, что изменилось? Какой праздник мы празднуем тогда в Швуз? Все еще было раньше. Что произошло в этот день, когда Всевышний спускался на горе Синай? Давайте начнем из истории, которую рассказывает нам Талмуд в том Шаббат. В том Шаббат, 88 лист, там есть целая сугья, целая тема, где Талмуд нам рассказывает о истории и о идее дарования Тора. Раби Йошуа бен Леви рассказывает нам следующее, что когда Моше Рабейну поднялся в небесную и получал Тора, ангелы-служители сказали перед Всевышнего Рибейну Шелойлом, что вы делаете? Что делает среди нас человек? Всевышний им говорит, он пришел сюда, чтобы получать Тору. Им сказали, что? Самый дорогой сокровище, которое у тебя есть и хочет давать людям. Всевышний сказал, Моше Рабейну, Моше, отвечай им. Так говорит ему, Моше, отвечай им. То и Моше Рабейну сказал, в этой Торе что написано? Я Бог твой, который вывел тебя из страны египетской. Он посмотрел на ангела служителей и сказал, разве вы были рабами, вы были у фараона в Египте, что вам нужна эта Тора? Дальше написано, помни день Шаббат, освятить его. Он их спросил, разве вы работаете целые 6 дней, что вам надо приказать отдохнуть в день Шаббат, остановиться от работы в Шаббат? Зачем нам вам нужна Тора? Почитай отец твой и матери твои вон за пятое высказывание в 10 заповедей. Разве у вас есть родители, вам надо приказать таких приказов? Зачем вам Тора нужна? Отвечали ангелы, служители и сказали Всевышнему, мы понимаем, что именно Моше Рабейну, именно люди, материальные люди, которые живут в материальный мир, они должны получать Тору. Как написано и в Тейлим, они сказали, Ашем Адонейну, Бог наш хозяин, Моадир Шимхо Бехоло Орец, как великий твое имя, где? В материальной земле. Всевышний давал нам Тора, чтобы мы внесли изменения в этот материальный мир. Весь цель творения мира. Почему Всевышний творил мир? Говорит Медраш, что захотел Бог иметь свою жилище в этот материальный мир. Что он хотел иметь здесь? Он хотел, что несмотря за материальный мир, за испытания, за ограничения, за все вещи, за все препятствия в исполнении Торы и ее заповедей,
чтобы здесь и в этот материальный мир мы испытывали святость, и мы сюда снабжали святость и распространяли святость. Что это значит? До дарования Тора не было такая возможности, что какой-то материальный вещь можно было называть святой. Наши предки исполняли заповеди, как и Мора нам говорит, что они исполняли все заповеди. Они накладывали тфилин, но в нашей тфилин есть святость. Не дай Бог, если тфилин падает. Есть целые законы, как нам надо вести себя в искупление такой грех, если, не дай Бог, с ошибкой тфилин падали на пол. Их тфилин были инструмент. Технический инструмент, чтобы реализовать духовный какой-то цель. Но святости в самой тфилин не было. Святости в книгах, в котором они учат Тора, не было. Это был технический инструмент, в котором написаны, печатали в нем слова Тора. Но сказать, что святость есть в этом, нет. Почему это? Почему там действительно не было святости? Почему не допускалась такая вещь, святость? Не было такой вещи, что у человека были мезузы, сегодня она святая. Но в годы нашей предки мезузы – это фергамент, который через него мы исполняем духовный какой-то цель. Сказать, что это святой вещь? Нет, это не святой вещь. До дарования Тора, говорит Медраш Танхума, был типа переговор, что жители вверх не будут спускаться вниз, и жители вниз не могут подниматься вверх. Что это значит на другие слова? Святость должна остаться наверху. Как мы говорим и в Теилим, «Хашумаим шумаим лахашем». Все, что касается духовной части жизни, божественной вещи, они остаются в небес, «Хашумаим», в духовных мирах. «Хоорец» на земле, что «бней одо», материальные люди. Но между них есть граница, сильная граница, которая не пропускает нижние материальные люди наверху, чтобы они испытывали здесь святость, и не разрешает святость опускаться вниз. Говорит Медраш Танхуме, когда Всевышний спускался на горе Синай в 6 Сивана и давал нам Тора, и в этот день он отменил этот переговор. И в этот день он ломал эту границу, и он сказал, «Ани хамасхи». Я начинаю, как написано в пасук, «Ваейред Хашем ал ар Синай». И спускался Бог на горе Синай. Что случилось, когда Бог спускался на горе Синай? Впервые в истории после творения мира Бог допускал святость в этот материальный мир. Впервые после творения мира была такая возможность, что материальные вещи, тфилин, который это материальная вещь, он получал свою святость. Сефер Тойреш получал святость. Мезуза получала свою святость. И когда мы исполняем мицве, мы вносим святость в эти материальные вещи. Лулав и Этрог в праздник Суккот, они получают свою святость. Сука, Схах получает свою святость. Шофар, Маца, эти все вещи, мы внесли святость в эти вещи. То есть идея праздник Шавуот – это то, что Всевышний допускал святость в этот мир, что материальные вещи являются святыми. Теперь давайте с вами подумаем. Когда мы исполняли мицвы в Шойф и в Рошашон, мы трубили в Шофар, мы взяли рога, трубили в Шофар. Мы исполняли очень большая мицва через материальные вещи. Но сам Шофар – он наружная вещь. Знаете, человек нуждается в три элементарные вещи для того, чтобы существовать. В хасидут написано, человек нуждается в мазон, левуш и байт. Человек нуждается в питание и в еда. Он нуждается в одежда. Он называется, нуждается в стены, в дом, который его окружает и защищает. В чем разница между эти три вещи? Дом окружает нас издалека. Он ни в коем случае не заходит к нам внутрь. Одежда,
тоже окружает нас из близко. Это близкое окружение. Но это не такая вещь, которую можно сказать, что мы его воспринимаем внутри себя. Без одежды можно жить, можно остаться живой. Без дома можно остаться, что же остаться живой. Но мазон, пищи, это самый элементарный, самая основная вещь. Это вещь, которая без него человек не может существовать. И когда человек воспринимает пищу, как он его воспринимает внутри себя? Эта пища становится дам у босор кипсорой. Эта пища становится кровь и часть от него полностью объединяется с ним. Вот теперь мы поймем логика наших мудрецов, почему именно в праздник Швуэс надо делать трапезу, даже по мнению Раби Леза. И почему именно в праздник Швуэс запретили мудрецы провести пост за нехороший сон. Идея праздник Швуэс, как написано в Талмуд, мы должны показать, что день, который в нем получали Тора, мы в нем радуемся. Как мы показываем? Мы показываем через трапезу. Идея этого дня, идея дарования Тора, это внести и опускать и снабжать святости в этот материальный мир. Это главная идея Швуэс, о том, что мы можем и нам дается возможности распространять божественную святость по всему материальному миру, что материальная вещь получает свой святость. И в какой из материальных вещей высказывается и реализуется эта идея больше всего, это именно в пище. Шофар, он остается снаружи от нас. Мы трубили в шофар, и он остается, он не объединяется полностью с нами. Лулав и этрог, шофар, мы делаем материальные мицвы, но это выглядит как духовный ритуал. Кто-то понимает, взяли рога и трубили в шофар. Это действительно духовный ритуал. Это не это материальные вещи, но это духовный ритуал. Когда мы потрусили в Суккот, лулав и этрог, четыре вида растения. Да, это материальные вещи. Но сам ритуал, он духовный. Взять какие-то четыре вида растения, потрусить, мы читаем браха, это духовный ритуал. Когда мы кушаем, это духовный ритуал? Скажите. Нет. Мы это самый элементарный ритуал, который есть в жизни человека. Когда человек только рождается, в первый день он уже нуждается в этом. Он обязан кушать. Это самый элементарный вещь в жизни человека, это его пища. Это никакой духовный ритуал. И поэтому, когда мы хотим символизировать и показать, что нам этот день самый важный, мы должны делать то, что символизирует этот день. Идея этого дня – это опускать и объединить святость в самые материальные вещи. Нет большей материальной вещи, чем пища. В пище, когда мы кушаем, и в этом нет никакой духовный ритуал. Это не похоже на шофар, это не похоже на лулав, это не похоже на свечи, которые мы зажигаем. Это самый материальный и самый духовный, и самый материальные и самые элементарные вещи. И тут приходят наши мудрецы и говорят, в праздник Швуэс. Когда Рав Йосеф хотел праздновать праздник Швуэс, знаете, как мы упоминали? Все знали. У Рав Йосеф самое крутое мясо у Рав Йосефа в праздник Швуэс. Почему Рав Йосеф не читал урок в праздник Швуэс? Чтобы сказали, самый крутой урок в год Рав Йосеф проводит в Швуэс. Может быть, это тоже было. Но что мы помним? Мясо, которое было в праздник Швуэс у Рав Йосефа. Что символизирует больше всего идея праздник Швуэс? Это именно мясо, которое он делал на праздничный стол. И поэтому и даже Раби Лезер, который его мнение в остальные праздники, что мы должны стараться по максимуму времени пожертвовать на духовное направление праздника. Когда наступает Швуэс, он говорит, нет. Я согласен с Раби Йошуа, обязательно праздник отмечаем, где? За столом. Идея Швуэс, это что этот праздничный стол становится святой. Когда мы садимся за стол и в праздник Швуэс, это не просто застолье.
мы кушаем вкусную еду, это мицва, это святая трапеза. И поэтому именно так мы отмечаем Шавуот. И поэтому Шулхан Арух запрещает делать пост и в честь нехороший сон в праздник Шавуот, в отличие от Шаббата и другие праздники. Там допускается. И есть логика, можно сказать, у этого человека сейчас для него самые духовные наслаждения, самые материальные наслаждения для него сейчас это пост и не кушать. Но в Шавуот, если человек не кушает, он пропускает главную идею праздника. И поэтому ни в коем случае не разрешает ему мудрецы делать себе скидку и не делать пост, и делать, не дай Бог, пост в этот день. Вот и идея праздник Швуэс. И вот поэтому в праздник Швуэс мы его празднуем за столом. После того, что мы все слышали 10 заповедей, дай Бог, что в этом году будет возможность у людей слышать 10 заповедей, смотря где мы находимся, каждая страна, что разрешается, что не разрешается. Но даже если не разрешается, про себя читает 10 заповедей дома. Но после этого, когда завершается праздничная молитва, мы должны садиться за стол и провести праздничную трапезу. Сначала молитва, а потом праздничную трапезу. И как мы говорили, именно этой праздничной трапезу, именно она является символом и идея, что объединяет Тора с нашей материальной тела. Мы объединяем физический час жизни с материальной час жизни. Тора, идея Тора это объединить вверх и вниз. Когда мы праздник Швуэс, делаем трапезу, мы объединяем вверх, вниз, мы объединяем духовную часть, материальную часть. Слава Богу, мы уже провели 3332 года праздник Швуэс, который в нем мы делали большие трапезы и праздновали и отмечали главные идеи Швуэс. Дай Бог, что в честь этого мы заслужим уже сделать самые главные трапезы. Самые главные трапезы с приходом Машиаха, что он будет возглавить этот праздничный стол и в этой трапезе. И дай Бог, что это будет в самое ближайшее время. Хочу нам всем пожелать хорошей подготовки к празднику Швуэс. И как Лубавицкий Ребе всегда пожелал, Кабола Сатойро Бесимхо Бепнимиус. Воспринимай Тора в большой радости и Бепнимиус. Что такое Бепнимиус? Испытывай Тора внутри себя, как пища, которую мы испытываем и принимаем внутри, чтобы и наше изучение Тора была в такой же стиль, в такой же вид, испытывая Тора внутри себя. Спасибо вам все за внимание, за то, что вы были с нами. Желаю всем только хороших новостей.